Чем-то одним занимайся, либо торговлей, либо производством. Производство – это как проклятие для производственника. Они обожают это производство, потому что в мозгах они всегда себе считают большие доходы, забывая о том, что на самом деле большие доходы от скорости обращения капиталов. А любое производство приостанавливает скорость производства обращения капитала. И я в торговле зарабатывал больше, чем производственники, которые мне поставляли штаны, кофты и что они там.